Доброго времени суток, народ, с вами снова Джесс. Мы продолжаем проходить по Гуд Лондон. Движемся мы в Падл Док с вами. В последней серии мы долго и с трудом сюда пробивались. Здесь идет дождь. И где-то здесь валяется полудохлый спектрал, которого мы с вами сбили. Так, вот это. Так, хорошо. Ой, ёп. Вот. Так, голос разума посоветовал мне это сделать. Так вот, продолжаем движение. Где-то здесь валяется спектрал, которого мы пару серий разбили. Нам нужно вырвать у него, кажется, сердце. Какой-то орган, короче. Что-то я... А, защиту от яда я выбрал. Ну, вот. Маленькие тараканы. Ого! А это зачем? Простите меня за выражение. А, то есть дождь на самом деле... такой, он не пустой. Путешествует со мной. Фигня пусть пока будет со мной, мы подлечимся. Что ты продаешь? Hello. Всякий мусор. Goodbye. Так, я... Что хотел? Я хотел... купить... Вот, да, шприц-инъектор. Хорошо, 40 штук есть. О, он что-то еще дает. Стюарт. Уж не Литл ли? Экзоспектр. Это где такой район вообще? А, так, все, продолжаем. Подлубок. У нас есть работа. Опять дождь пошел. Забавно дождь сделан. Он просто на персонажа. Видите, никакого объема у него нет вообще. Впереди меня не дождя. В шаге буквально. Зачем здесь эти пушки натыканы, мне кажется, интересно? То есть, как бы, противников, которые могут мне... меня посадить на них, я пока не вижу. Это расстреливает всякую хреновую мелочевку. Причем даже... Блин! Взрывы на улицах Лондона продолжаются. Террористы настроены серьезно. Ладно. Что-то я проглядел этого монстра по камеру. Если бы этого не случилось, я бы не умер. Оп,
Оп! О! Здрасте. Знаете, я чувствую, okay, then. Что у нас проблема. Давай, кастуйся. Псевдообъемный дождь. Ну, точнее, псевдодождь. Объема тут даже псевдо нет. Ну идите сюда, ублюдки. Нравятся мне модельки этих вестников. Разрушенные, как они зовут. Ну, короче, вот эти. Симпатично очень. Нарисованные демоны. Где? Добрый день. Хорошо, продолжаем наш путь. Хоть счетчик с количеством смертей не ошибки. Пипец. Я просто имею в виду. Блин. Поскольку яд блочит хил, получается совсем плохая фигня. Среагировать-то я успеваю всегда. А что толку, если я все равно не могу похилиться? Отстань, прыщ. Так, маленькие гуляки. Кто бы мог подумать, что это будет самый опасный монстр в локации. И мы снова в кишках. Парам-парам-пам. Это пиздец какой-то, товарищи. Я и так не питаю особой любви к этим долбанным щупальцам. Слабее. Эй. Перестань. Так вот, я и так не питаю любви к этим щупальцам, а тут еще такое.
такое чудесное место. Сюда вот прыгают на доки маленькие. Так, сейчас я спокойно встану. Сколдую портал. Порталы кончаются, кстати говоря. Я все равно сколдую. Так, потом разберу весь мусор. Какое бы у меня. Вау, вау. Офигенно. Спокойно встал, наколдовал портал, ага. Конечно. Мусор тоже спокойно разобрал, видимо. О! Это приятно понимать, что ты постоянно находишься в проблемах, даже когда ты их не видишь. Мри, 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 мри. Все. А, живым, живым, живым. Господа, вы не могли бы спуститься? На что? В хозяйстве пригодится. Через. О, приехал. Мне тут очень интересно, где еще двое? Их же три должно быть эпически. Не-не-не-не. Я живу, а ты нет. Такой себе шлем. Тут еще один такой пистолет. Ну, поэтому его не хочу пока что никуда делать. Может неплохо служить мне в итоге. Так, нет, не станция темпу. Ладно, выпью. Аптечку, все, пойдемте. Начинается. Пошли вон. Я вас, уроды, ненавижу. Идите в ад. Спасибо. Оказался? Оказался. Нарываешься туда. Так, хорошо, здесь мы что повысим себе? Да ничего особо. Постоянно кончающиеся силы воли, это надо. Соби! Пожалуйста, перестань бегать. Извините. Белка. Ему трудно объяснить, что он себя отлично. Некоторое время. А я сейчас умру. Желчекон. Травка какая лечебная, что ли? Не рожа, а не рожа. Это что? Липучки. Ау! Нет, нет. Очень надеюсь, что эти фишки не самые
продолжительные фишки в мире. Хотя бы в мире Hellgate, потому что меня настолько влом тут по ним шарится сейчас. 3 часа. О, привет. Вот давай скань там потихонечку. Вот, капец. Чумные зомби, с которых нам что-то, блин, получить надо. Чё с тобой, э? Я валю. Отличный навык. Почему я его раньше не брал? На деле он куда полезнее тактика будет, как мне кажется. Конечно, приходится паузу делать и стрелять там реже, но там акты реально больше. Так, налево, направо. Налево. Надо было направо. Однозначно. Надо было направо. Хотя на самом деле, как правило, если встречаешь сопротивление, значит, ты же правильно. Очень надеюсь, что это так и здесь работает. Так, мне нужна еще одна кровь. Повсюду стоят эти ноги. Ну, не только стоят. Только я хотел сказать, что сейчас полезли щупальца. Как на меня полезли щупальца. Какая не вижу этих тварей. Не нужно толку создавать этих тварей. Я был бы рад, если бы этот человек письменно изменился. Потому что эти ублюдки вытрепали мне все нервы. Буквально. Ну, для вас это, наверное, с неделю назад будет. А, не важно. Для меня это было недавно. Я зол. И нужно было идти направо. Какая неожиданность. Найдите сердце спектра. Кто орёт? Сейчас порвёте у меня тут. Эти твари очень опасные на самом деле. Они сильно... очень давят своей этой молнией, которая не прекращается. Поэтому я буду их отсюда настреливать. Снайперского режима. На самом деле можно взять еще что покрупнее. Калибр. И этот лорд. Блин, нет, 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 нет.
Вот только лорда этих сраных уродов не хватало, блин. Это он спаунит их, что ли? Меня вот эта тварь убила маленькая. Серьезно? Забыл похилиться на станции, ладно. Тут опять типа дождь. Я опять типа внутрь. А, не нравится? Иди-ка ты нахер. Блин, я понял, их там просто ужасное количество. Поэтому я так и сдох резко. Потому что их внутри стен было слишком много. Хорош. Кешки по заголовочкам. Без шилда почти осталось, тварь. Соби, эй! Бля, я не замечаю, когда он начинается хрипеть, поэтому получается такое вот сердце. Что я должен с ним сделать? Я должен тут поюзать вот это вот. Чтоб я знал еще, что поюзать. Где оно вообще? Вот. Хорошо. Осталось выйти на улицу, там нужно транспортная станция. Что? Припас. Что? Так, секунду. Так, продолжаем. Я вроде бы решил проблему со скрипом. Проблема радостно жмурилась. Всячески была довольна. Так, что касается нашего задания. Нет, не решил. На станции Шерстинг. Approaching the Cabal Zia. Not many dare. Я тебе там что-то собирал, я помню. Это мне. Так, и чё? А, во. Обновили задание. Тейлор, что ты делаешь? Что ты мне продашь точно? Сейчас, мне нужно купить пару анализаторов. Да начинается, ну ё-моё. Соби, зачем ты это делаешь? Извините, пожалуйста, ничего не могу с ним делать. Я между сериями скажу. Пожалуй, вот эти вот... Вот это вот безобразие снаряжу. Так, чтобы все было как надо. Вот. И... Что? Что? Что это? Всем
всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Этот маленький ублюдок издевается. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Пока.